Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашей рубрике замечательный компактный духовой шкаф от скандинавской компании Аска. Pro Series, между прочим. Очень интересная модель, высотой 45 сантиметров, соответственно, ее можно установить в какую-то маленькую кухню или кухню для маленькой семьи, либо в комбинации, например, с подогревателем посуды в стандартную нишу высотой 60 сантиметров. Мне очень нравится внутреннее убранство этого духового шкафа. Во-первых, перлитическая эмаль. Очень удобно для ухода. А в сочетании с функцией очистки паром, так вообще просто замечательно. Два светильника справа и слева, причем один чуть глубже, другой чуть ближе, обеспечивают равномерное освещение приготовляемого вами блюда. Духовка укомплектована противнями и решеткой, причем противень устанавливается на телескопические направляющие. Это очень удобно. Мне также нравится то, что можно снять заднее стекло дверцы и, соответственно, помыть его или помыть, если, не дай бог, что-то попало внутри этой дверцы. Плавное закрывание, прямо как в дорогом автомобиле. Очень удобно, не бахает и все очень здорово. TFT-дисплей. Замечательный, очень хорошо анимированный. Здесь есть несколько зашитых уже предустановленных программ, а точнее всего 150. Вообще 10 режимов различного нагрева. То есть, соответственно, есть различные виды гриля, есть конвекция, есть приготовление на пару. Причем на пару это очень здорово готовить, потому что вы получаете действительно очень здоровую и полезную еду. А также с помощью пароварки можно готовить сувид. То есть это продукты, которые готовятся в вакууме. Мне также очень нравится расположение контейнера для воды, потому что в отличие от многих других моделей, других производителей бытовой техники, он съемный, соответственно, его очень легко наполнять, и самое главное, то, что его очень легко опорожнять, в отличие от более, скажем так, несовершенных моделей, где нужно подставлять какие-то тазики или кувшинчики для того, чтобы слить неиспользованную воду. Помимо этого, этот контейнер находится на одном уровне с дисплеем управления, соответственно, опять же, в отличие от моделей других производителей, вы имеете здесь полноразмерные противни, то есть по полной ширине, потому что у некоторых эти контейнеры для воды, они ставятся вот сюда вот вовнутрь, соответственно, у вас поддончик-то получается совсем узенький и неудобный. В общем, отличная вещь. Традиционно цена на момент съемки, это будет где-то вот здесь или здесь. Ну, в общем, разберетесь, обязательно будет в описании. Спасибо большое. Я в следующий раз не буду с вами сниматься в 4 утра.